привет, дорогие друзья! Всем привет! Сегодня пятница, мы отправляемся на рынок, но самое главное, покажу вам цены и ассортимент на рынке в конце сентября. Какое сегодня число? 28. Сегодня 28 сентября. Вот такая вот связка инжира стоит 20 лир, и огурцы всего по 1 лире, наверное. Начинается сезон огурцов, и огурцы по 1 лире. Ну и стандартно буду показывать вам цены. 2 лиры. Вчера мы покупали сливу, очень вкусная. Яблоки всего по 1 лире. Хорошие яблочки. Ну да, такие уже, чуть-чуть подпорченные. Вот эта слива по 2,5. Груши по 3. Вот такая же груша, мы дали по 4, она по 3. Груши по 3. Ну, сейчас в четверг намного все дороже, чем в пятницу. Трава по рубль, по лире 50. А мы берем вот такую вот капусту. Стоит она 3 лиры. А вот это вот 2,50. Клубника стоит 8 лир. Вот такая вот мелкая, но пахнет вкусно. Инжир тоже по 8 лир, такой фиолетовый инжир. Начинается сезон арахиса, можно купить, но это не обжаренный арахис, килограмм 6 лир. Многие знают о прошлом повышении цен на картошку, на лук. Килограмм картошки стоит 2,50, видите, свободного места нет, есть по 2 лиры, а лук стоит 2,50 и чуть поменьше есть за 2. Как обычно, можно приобрести приправы, различные орехи, ну и, конечно же, кукурузу. Кукурузу. Мы сырные, да? 4 штуки, 5 лир. Ну и здесь есть вареные, кто хочет сразу вареные кукурузы. Кукуруза и орехи килограмм. А можно купить уже чищенный. Есть еще чищенный грецкий орех. Дживизнека, да? $35 килограмм грецкого ореха. Персики, сезон персиков уже отходит. 3 килограмма продают по 10 лир, но мы уже не покупаем. И что началось? Начался сезон хурмы, авокадо, мелкие помидоры по 5 лир, огурцы по 1, кабачки по 2 лиры, красный перец по 4, 5 лир зеленый острый перец и красный. И вот они, свежие авокадо, авокадо этого сезона, вот такие вот большие, по 2 лиры 50. Но они не это самое. Они должны, вот эти вот надо покупать. Мы всегда покупаем вот такие, которые уже спелые. Но эти плохие, да. Эти плохие. А эти еще должны лежать. Мандарины мы брали вчера по 2,50, по 2 лиры сегодня. Ну и, конечно же, начались гранаты. Очень много народу, я сама себя не слышу. Вот они, свежие гранаты. Есть белые гранаты по 4 лиры, вот такие большие. И по 3 лиры, вот такие вот большие красные гранаты. Фасоль по 5 лир. Помидоры по 5 лир. Помидоры отходят, поэтому они становятся дороже, а огурцы становятся дешевле по лире 50, есть по 2 лиры. Кабачки по 3 лиры. Персики по 5 лир, но, как я уже сказала, видите, они уже отходят, и они невкусные. Но начался сезон винограда. Этот виноград, кишмиш, который без косточек. А сколько он стоит? 5 лир. Такой виноград без косточек, мелкий, стоит
5 слив и мандарины по 2,50. Айхан же будет, если на кого? Сколько брать? Как вы видите, в сентябре месяце многие фрукты уже отходят, но начинается хурма, авокадо, продолжается виноград, ну, конечно же, такого изобилия персиков, абрикос, нектаринов уже на рынке, конечно же, нет. Вот такие маленькие помидорчики мы всегда берем по 4 лиры. Возьмем их? Капуста стоит килограмм 3 лиры, красная тоже лиры. Кто-то спрашивал про цветную капусту, килограмм стоит 6 лир, а брокколи вот такие вот свежие стоят 10 лир килограмм. Ну и зелень по лире и по 2,50. На рынке также можно выпить свежевыжатый сок, например, апельсин и гранат 5 лир, просто гранат 1 евро, смесь 1 евро, ну в общем сок по 1 евро. Мам, какой у тебя любимый фрукт, скажи? Персики, абрикосы, виноград. Ой, смотри, как я люблю все. Все? Да. Все, что продается на рынке. Орехи. Орехи очень люблю, да. Грецкие орехи. И орехи люблю все. Я люблю все. Особенно то, что продается на рынке. Бананы по 5 лир. Гранаты. Вот такие вот спелые, сочные гранаты. Появились грейпфрукты 4 лиры за килограмм. Очень много мандарин. Сейчас прям сезон. Видите, везде одни мандарины. А вот здесь вот помидоры. Мы всегда берем вот здесь вот помидоры. В прошлый раз я брала, были по 5, а сейчас по 10. Ну это и другие, наверное. Вон по 6. Вон там где-то. Мандарины, все усыпано листьями от мандарин, весь асфальт. Здесь у нас есть тоже огурцы, рубль 53. Началась хурма, но она еще зеленая, 3 лиры. Какие-то маленькие груши по 4. Кабачки 2 лиры. Мандарины вообще по 1 лире. Много разной травы мы здесь всегда берем. Вот здесь мы берем по 2 лиры и по 3 лиры. Купили зелени. Руккола пучок лиру стоит. Начался сезон кабачков. Скоро будем жарить кабачочки. Очень много здесь всяких разных сладостей, специй. Вот такие вот классные суджуки. Внутри грецкий орех. И они в каком-то таком соусе особом. Все зеленое от мандарин. Перец. И клубника. Здесь клубника по 10 лир. Дыни и арбузы тоже уже отходят. Яблоки. Здесь мы решили взять. А вот эту капусту? Вот эту? Нет, а вон вот эту длинную. Нет, ничего не осталось уже здесь от капусты. Мы решили взять вот такую вот капусту за 2,50. Кстати, уже вообще не осталось никакой капусты. Такой вот кругленькой, которую мы брали раньше. Все разобрали. Вот последние арбузы в сезоне и дыни. Вот эти дыни длинненькие, они, кстати, самые вкусные, намного вкуснее, чем круглые. Под вечер уже все разобрали, поэтому мы берем помидоры даже не по 5 лир, а по 6 лир.
А? Не везде по 6. Ну, сейчас возьмем по 6, а в воскресенье на другой рынок сходим. Килограмм хватит? Хватит. Вот такую вот штуку еще продают для детей. Называется карлама. Снег. И добавляют какой-то сироп. Здесь, с другой стороны рынка, сидят бабулечки и дедулечки и продают, что они вырастили на своих участках. Кстати, в Бурсе есть такой рынок, я сегодня в новостях слушала, только для людей и для женщин, которые выращивают на своих участках что-то, чтобы они могли заработать денежку. То есть не просто выращивать, а еще продавать и зарабатывать какую-то деньгу. А ты любишь ходить на рынок? Я люблю ходить на рынок, да. Почему? Ну, с такой разнообразием фруктов мне очень нравится. А ты любишь выбирать. Торговаться? Нет, я не торгуюсь. Я прихожу попозже вечером, когда уже они снижают цены. Цены. Ну, мы сейчас пришли, посмотри, ничего не осталось, ни помидор, ничего. Поздно пришли. Наверное. Ну, это на этом рынке. Я просто еще пока приехала, еще не освоилась. Не знаю, куда, на какой рынок идти лучше. Там, который рынок у нас поближе, вот обычно я туда ходила, я несколько раз проходила и все цены знала, кто почем что продает. Поэтому, ну, в этом году, наверное, подороже. Дороже, да. Посмотрим. Ну, в общем, мы показали вам цены, ассортимент, а вы уже решаете сами, что покупать, нравится вам или не нравится. А на сегодня мы с вами прощаемся. Пишите комментарии, постараемся ответить на все ваши вопросы. Ну и кто не подписался на канал, обязательно подписывайтесь. Всем всего хорошего и приезжайте в солнечную Аланию. Пока-пока. Да. До встречи в солнечной Алании. Пока-пока.